Ну а перед началом хотел бы посоветовать свой телеграм-канал. В этом телеграм-канале ты можешь пообщаться с другими людьми, посмотреть разные фоточки, всякие приколдессы и самым первым узнавать о новых видео. Так что сканируй QR-код на экране, который ты сейчас видишь, и переходи быстрее. Ну а мы тогда переходим к самому ролику. Ну что ж, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Тимис. И сегодня, получается, у нас вышел новый снэкпик, это во-первых. Во-вторых, у нас Фокси, ну там контрибуторы написали в новости именно самих обновлений, там что добавят уже 100% кое-что. Не будем тогда затягивать, начинаем. А ты уже подписан на канал Тимиса? Ну-ка, быстро подписался. Так, ну что ж, получается, у нас вышел новый снэк пик, я уже про это говорил. Получается, у нас очень многие ждали, хотели, что-то вот это вот, по поводу новой карты, там, дополнения к карте. Получается, у нас вышел снэк пик, вы сейчас видите его на экране. Получается, сразу же скажу, как я думаю, это у нас не новая карта, а дополнение к новой карте, потому что... не знаю, по словам Попкэта, Фокси, получается Фоксис, не знаю как назвать, говорил, что у нас он не будет добавлять новую карту, а ну, не знаю, походу будет улучшать ее. Ну и получается, к снайпику у нас вот написали. Как и было обещано, краткий обзор того, что произойдет в будущем в качестве празднования 2 миллиарда посещений. Пожалуйста, обратите внимание, скорее всего, это не будет сразу в ту неделю, когда мы начнем 2Б. Ну когда уже стукнет 2 миллиарда. Нам может потребоваться дополнительное время для подготовки. Она придет, когда она будет готова. В общем, до нас тут разработчики хотели донести. Получается, когда у нас стукнет 2 миллиарда уже посещений, обнова выйдет не сразу же, а постепенно, скорее всего, потому что они могут не управиться с ней. Ну и второе, я думаю, что это у нас будет не новая карта, а именно дополнение к нашей вот карте, на которой я сейчас катаюсь. Я так думаю, потому что у нас тут вдалеке немножко видна пустыня. Вот сейчас вы немножечко, возможно, увидите, если я не поленюсь, вставлю скриншот. Ну и получается, у нас сегодня разработчики днем еще присылали, можно сказать, как опрос. Получается, вы сейчас сам этот опрос видите на экране. Получается, как я понял, это что-то переливаться у нас, ну, короче, цвета менять. Давайте-ка я вам тогда перевод сейчас зачитаю. Всем привет! Мы тестируем новый уровень кастомизации, чтобы вы, ребята, могли с ним поиграть. И нам пришла в голову идея наделить автомобилем различные уровни отражаемой способности блеска. Ниже приведена демонстрация этого в игре. И она будет доступна на всех автомобилях, мотоциклах. Дайте нам знать, как вы думаете, стоит ли нам добавить это. В общем, получается, у нас разработчики хотят добавить, палитру цветов. Не, палитра это, наверное, другое. В общем, как вы поняли, нам разработчики хотят добавить вот такую, типа, цвета менять, вот так вот, на мотоциклах и автомобилях. Получается, у нас больше всего проголосовало, чтобы у нас это добавили, чтобы мы, типа, поиграли с этим. Ну и получается, вот такие вот новости у нас по новым обновлениям. Пишите в комментариях, как вы думаете, что у нас добавить все-таки. Новый город, дополнение к новой карте, не знаю. Как вы думаете, что у нас, в смысле, что у нас там за цвета именно сделают. Все тогда, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Тимис. Всем удачи и всем пока!